расскажу вам обо всем, как мы в садике живем. Вот этот дом, который ждал деток, в который вложили много монеток, который построен на улице Первомайского, который 100 раз больше квартиры, дом, который построил Глафукс. А это заведующая, руководитель сада, которая знает, что можно, что надо, которая саду название дала, свой золотой ключик ребят позвала, которая знает, как строился сад, которая видит ему каждый рад, которая столько ночей не спала, с надеждой, волнением открытия ждала. Детский сад – второй ваш дом, как тепло, уютно в нем. Мы живем в стране дошкольной, самой лучшей и родной. Это наш любимый садик, это ключик золотой. Обойди весь мир вокруг, только знай заранее, лучше деток не найти, чем из нашего садика. В нашем детском садике детям интересно, потому что здесь живут игры, сказки, песни. Дети соревнуются, пляшут и рисуют, а участвовать в конкурсах – это их награда. Воспитателям надо родиться, чтоб детей непременно любить и терпенье иметь, не сердиться и заботой уметь окружить. Поучаствовать в конкурсах, смотрах, честь детского сада отстоять, ведь награда всегда достается лучшим из лучших. Это как пить дать. А коллектив у нас сложился дружный, все в работу окунулись с головой. С первых дней все программы и законы изучали, инновации внедряли. Ну а главное-то надо отдыхать на природе и на кроссе, если надо, на лыжне. Ведь достоинство всех женщин – быть всегда впереди и на высоте. Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь. Обойди хоть весь район, лучшим будет все же он. Воспитатели у нас с первой и высшей категорией сочетают практику с умной теорией, учат спорить и решать, соглашаться, возражать. И поэтому у нас есть побед большой багаж. Если ребенок спешит в детский сад, радостно в группу стремится, значит, такой детский сад для ребят безусловно годится. Хочу рассказать вам о руководителе нашего детского сада Караульновой Ольге Анатольевне. Энергичность, бодрость, позитив – вот отличительные черты руководителя. И каждый, кому повезло здесь работать, это знает. Ольга Анатольевна прекрасно понимает важность здорового образа жизни, поэтому перед ней это главная задача, и она у нее на первом плане. Здоровье и радость жизни им дарят замечательные спортивные мероприятия, которые организует руководитель. В течение года спортивные игры, соревнования, дни здоровья. А кроме этого, участие в районной спартакиаде, велопробеги, кросс-нации, лыжня России и регулярные поездки, выезды на природу. А результаты совсем не шуточные: высокая работоспособность, низкая заболеваемость и нескончаемый энтузиазм. Нам в детском саду скучать просто некогда. Пожалуй, ничто так не сближает коллектив, как совместные мероприятия. Именно поэтому Ольга Анатольевна воплотила в жизнь одну из своих идей – создание фитнес-студии «Золотой ключик» под руководством молодого, энергичного инструктора Медведкиной Ксении Александровны, где собираются сотрудники детского сада, чтобы поддержать свое тело в форме и готовиться к сдаче нормативов ГТО. Важным условием, ведущим к успеху в работе по здоровому образу жизни, является умение руководителя организовать коллектив. Традиции коллектива очень важны для создания атмосферы дружбы, товарищества и взаимопомощи. Именно поэтому коллектив и добивается отличных и хороших результатов. В
детском саду созданы все необходимые условия для охраны здоровья. Имеется оснащенный медицинский блок, лицензия на медицинскую деятельность, хозяйкой которого является Ксения Александровна, медицинская сестра диетическая. 5 сотрудников в январе этого года прошли курсы повышения квалификации на тему оказания первой помощи. Пищеблок оснащен современным оборудованием. Имеется единственный в районе пароконвектомат, который позволяет готовить на пару здоровую и полезную пищу для воспитанников. Всю работу Ксения Александровна ведет среди детей, их родителей и сотрудников детского сада. Призывает все взрослое население признать свои вредные привычки и стараться от них избавиться. Заняться самообразованием и самовоспитанием, чтобы быть примером для своего ребенка и детей, которых мы воспитываем. Ксения Александровна обладает определенным опытом в физическом воспитании, поэтому на добровольной основе умело руководит фитнес-студией «Золотой ключик». Подбирает музыку и комплексы упражнений для полноценных занятий. В течение занятий контролирует нагрузку и состояние всех участников студии. Хотя мы занимаемся совсем недолго, но можем с уверенностью сказать – это нам нужно. Активная позиция, спортивный дух всегда ведут к успеху, а успехом мы видим свои первые результаты. Это первое место в муниципальном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, первое место муниципального этапа 14-й Всероссийской акции «Спорт. Альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Ведущие за собой». Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить.